Вы говорили про техники прощения. Меня зовут Эльмира, uh-huh. добрый день. Про техники прощения родителям. Я практикую ближе. Это уже uh-huh. Не первый год. Отец умер 12 лет назад. До сих пор не знаю. У меня нет обиды на него. Но... Выдыхай. У нас мы сейчас к родителям вернемся. После обеда будет медитация на прощение родителей еще. Я писала. Не надо писать. Ага. Выдыхай. Выдох. Вот так. 12 лет я не могу. Выдох. Ты любимой дочкой была или? Ага. Выдох. Еще вдох. Давай. Выдохни. Я знаю, что это мне мешает, но... Выдохни. Еще вдох. Выдох. Вот так. Еще вдох. Вот так. Я разные методики использовала. Вроде бы помогает на какой-то... То, что у тебя сейчас вот вышло, когда ты не стояла, когда вот ты кричала, да? Там столько вышло, что ты бы вот с этим, что бы ты ни делала, тебе не поможет. Потому что у тебя столько, ну, там, это, в общем, короче, это субличность была это. Поняла ты, не поняла, я не знаю. Ну, в общем, это то, что было, ну, не твое. И то, что ты работала, работала не ты, а работал вот та хрень, которая была. Выдыхай. А сейчас, по-моему, работаем с тобой. Мы еще посмотрим. На прощение родителей, короче, уревешься, мне кажется. Плакать будешь сильно. Выдыхай, садись, мы поработаем с этим. У меня. Давай. Я немножко лирическое отступление сделаю. Ага. Я был в сеансе, там индивидуалка был, и такой корпоративный был. Сделал все как положено, писал письма прощения, все. В общем, у меня случилось как бы просветление. Помните, я тогда полез помогать вам. Даже вот самое, я потом подумал, я неподготовленный, когда делал там как бы энергетически, я даже разговаривал там, типа как бы бесы, вот выходи, выходи. После этого, там, я купался, конечно, все, как все сделал. После этого у меня дома случится там, вот сижу, вот идет так, такой-то параллельный мир. Вот, рядом как-то, ну, блики там. Это раз. Потом еще такое получилось. Кого-то думаю про кого-то, он обязательно приходит. Так, раз. Если у него нет возможности, я автоматически вот самую сотку открываю про то, вот, который я думал, его пост. Вот прямо. Вот. Это просветленка. Вот у меня вот такой вопрос. Меня вот, я вот боюсь, не эти ли бесы меня вот преследуют? Вот, который блик и вот самое. Сейчас я вам это скажу. И надавите на меня. Вот. Выбирай микрофон. Просто я вам верю. Там сейчас. Много давай. Психологов же не говорю. Нет, я пойду игры. Вставай, закрой глаза, сейчас я подойду, я тебя понял. Ага. Закрой глаза, мне состояние нужно. У меня еще вот самый, как бы, себе диагноз знаю. Вот мания, это как бы псевдомания величия. Потому что я сижу, вот самое, там сидел, вот самое, впереди вот девушка сидели, вот они трое, вот девушка сидела, и она сидела, троем, так? Я начал как бы их энергетически. Хотя Айнура говорит, не рыпайся, сиди, не гуру. Вот, она меня предупредила. Ну, вот самое, как бы, энергетически. Этот крутится. Тк-тк-тк-тк-тк. Uh-huh. Этот плачет. Вот она стоит. А тот, который рядом, с которой сидела, ну, вот она. Подожди, все. Давай микрофон. Мы же с Эго работаем. Закрой глаза. Даша, я тебя понял. Закрывай глаза. Просто поставь. Все, закрывай. Все. Молчи. Вдох. Закрой глаза. У меня, говорит, эго, мания величия, но вот эта вся хуйня, то, что происходило, это из-за меня. Не давай, закрой. И этот тоже. Закрой глаза, да что ты.
Перерыв будет. Сейчас, секунду, чуть еще потерпите. Как дела у тебя? Легче, да? Открывай глазки. У тебя как? Рука? Сделайте селфи сейчас. Все книги же хотим. Придержи. С пожеланиями Игоря, который написал. Вдох. Делайте селфи, выставляйте в Инстаграм. И вот я ответила наши инстаграмы. Отмечайте, пока есть время. Вдох. Чем больше лайков, тем тебя выше тоже? Вероятность, что получите книги именно вы. Отпустила руку? А? Долго ты еще будешь терпеть? Выдохни. Это... Игорь, это я. Вдох. Нет. Ты рожала, нет? А? Рожала? А-а-а. Вдох. Те, кто рожал, с ними проще, они прям... Вот чтобы вы боль понимали, это примерно такая же, только быстро. Ты нафиг. Вдыхай. Как дела? Легче тебе? Ага. Вдыхай. Ну-ка, покажи глаза свои. Ой, как хорошо. Угу. Легче тебе? Ну. Иди блевани. Иди в туалет, два пальца в рот. Этот. Сейчас будем танцевать скоро. Садись, ага. Спасибо тебе. Давай. Капец ты. Ага. А? Как дела? Пускай. Выдох, выдох. Выдыхай. Ничего. Дай салфетки. О, дын-дын-дын-дын-дын. Дыши. Как дела? Страшно? Да. А, давай, не буду я тогда. Она шугает. Злится? А. Давай. Сейчас это? Да, как будто бы я... Вытаскивать будем или еще постоишь, помучаешься? Больно, вот, вот так же. Да. Да. Не, сильно и настерить будет. Ай, нет, давай в этот лучше. Сейчас. Нет, ну давай. Садись, иди. Вдох. Сейчас посмотрим. Подержи его в руке, чтобы он этот... Бить нельзя. Держи. Где Дим, пойдем, а? Нахер. Группа поддержки. Вы только сильно держите, потому что это, ну, это... Вот так, выпускай, выдох. Вот так, еще. Давай. Вот так. Еще. Охуеть. Вдох. Ори громко. Раз, два, три, так. Ори прям. Еще. Молодец. Видишь, как у тебя такие уши давай, были. Давай, держи, давай. Расслабь тело.
Тело расслабь. Тело расслабь. Вот так. Держим. Пойдем сюда. Расслабь тело. Расслабь, говорю. Выдох. Еще. Вытаскивай себя. Давно ты с этой херней живешь? А? Сколько лет? А? 5-10. Ага. Давай. Ори. Тело расслабь, меня слушай, сейчас пройдет это. Пойдем. Глаза здоровые? Держите, держите, вдох. Ноги выпрями. Все уже. Выпускай. Чуть-чуть осталось. Расслабь тело. Все. Ой, молодец. Выпускай. Вот все. У тебя так же было. Ага. А у вас было похоже? У тебя, да. У тебя жестко вообще. Мне всегда говорят, а что к тебе мужики мало ходят? Вот зачем мне мужики, скажите мне. Это как этот, как 50 оттенков серого там надо комнату. Вот так все. Выплакивай. Потихоньку. Давай. Угу. Вот так, давай. Это все. Выплакивай. Положи руки на него. Так, давай, любви ему побольше. Встань. Чего? Я так не умею. Ну, вот так, потому что... Я тебе говорю, вот можно только вот так. По-другому я не умею. Если кто-то может по-другому, не больно, попробуй, но я не видел. Нет, нет, вы так не гоните. Человек должен же сам хотеть. Зачем мне? Хочешь, выдавлю. Нет, нет. Игорь, можно вопрос? Сейчас, сейчас, сейчас. Игорь. Сейчас, сейчас, подождите, мы сейчас, мы этот... сейчас, секунду, чуть. Мы... Да, да, нет, нет, садись, если нет. А? Вы не лезьте, этот, закрывай глаза, вдох через нос, выдох через рот, просто дыши глубоко. Ты понимаешь, что время тянешь ты? Еще вдох. Чего? Так, подожди. Давай. Страшно? Сейчас закончим уже. Ага. Выдох. Давай, держи. Давай, побыстрее. Вдох. Вдох. Линз нету? Она вот это сделала же. Опускай. Тело расслабь. Расслабь тело потихоньку. Вот так. Вот все. Садись. Ага. Я...
Опускай. Ну-ка, вдох. Еще вдох. Говори, я имя выбираю жить. Угу, повторяй. Еще. Громче. Еще громче. Еще громче. Я Лилия, я выбираю жить. Еще громче. Я Лилия, и я выбираю жить. Громче, чтобы там слышно было. Я выбираю жить. Еще громче. Я Лилия, я выбираю жить. Еще, заяви. Давай. Я Лилия, я хочу жить. Еще. Я Лилия, я хочу жить. Еще. Я Лилия, я хочу жить. Еще громче. Я Лилия, я хочу жить. Еще. Я Лилия, я хочу жить. Еще. Вдох глубокий. Я Лилия, я хочу жить. Угу. Еще. Я Лилия, я хочу жить. Еще. Давай. Я Лилия, я хочу жить. Еще вдох. Я Лилия, я хочу жить. Ты после чего жить расхотела? Не знаю, мне с третьего класса так. Ну, давай. Еще. Повторяй. Я Лилия, я хочу жить. Давай, давай, давай. Я Лилия, я хочу жить. Еще. Я Лилия. Еще. Я хочу жить, я Лилия, я хочу жить. Еще. Я Лилия, я хочу жить. Еще. Давай, еще громче. Я Лилия, я хочу жить. Угу, давай еще. Я Лилия, я хочу жить. Еще. Я Лилия, я хочу жить. Давай, давай, выбирай. Я Лилия, я хочу жить. Еще. Я Лилия, я хочу жить. Громче. Еще. Я Лилия, я хочу жить. Еще громче. Я хочу жить. Громче. Еще. Я давай. Хочу жить. Вот так. Еще давай. Я хочу жить. Еще. Я хочу жить. Вот так. Вдох. Сил накопи, прям сильно-сильно крикни. Давай. Я хочу жить. Вот так. Молодец. Еще. Я хочу жить. Молодец. Еще вдох. Я хочу жить. Угу. Вдох. Давай. Вот так. Вдыхай. Вдох. Вдох. И прям кричи. Кричи громче, громче, громче. Вот оно. Выдох. 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 Чу-чу-чу-чу. Давай. Это надо... Его надо, пойдем. Ну нет, не вставай спереди. Вот, а давай, обними. Иди сюда. Вот. Постой. Дыши глубже, выплакивай. Вот так. А сейчас уже все у нее. Тоже. Подожди. Вдох вот сюда. Ну, наконец-то, хоть кто-то ржет-то. Вот и хорошо.
Смеются, знаете кто? Кто вот себе сказал, что я с этого дня я серьезный. И лет 40. Серьезный. Обычно это в 15-16 лет, когда все детство кончилось, я теперь... И все. Давай. Смейся. Вот так. Ой, дыши глубже. Давай. Да, я понял. Давай. Смейся. Вот так хорошо. С тем, к кому не прикасаюсь, там ничего с вами не происходит, не переживайте. Сейчас мы вот следующую половину дня мы будем вот смеяться, там этот медитировать, там повыходит. Единственное то, что просто доверьтесь и не думайте, кто там чего там. Когда в прошлый раз кто-то сказал, она меня раздражает, она так дышит. Короче, плюньте на все, садитесь и в свою медитацию погружайтесь прямо туда, ладно? Будем смеяться сейчас после перерыва, после обеда придем. А потом начнем уже более. Там тоже будет кого-то подворачивать, кто-то что-то будет происходить. Мы будем потихоньку подходить, но, в общем, все должно быть прилично. Как дела? А, хорошо, да? А? Ага. Смесь. Ага. Давай. Да, пресс. Важный такой, давай. Очень серьезный мужик, вы не поверите. Вот хорошо. Все, дышите. Давайте вот так. Все. Делайте глубокий вдох, выдох. Ненормально. Отпустила? Да. Блядь, сама такая. Тебе как? Тебе хорошо должен быть? Пьяный как будто, да? Ага. Хорошо. У тебя чего? Чего? Ну ты еще пострадай, еще походи. Ты хочешь, потому что с тобой работаешь, ты не отдаешь. Смотрите. Вы можете со своим терпением что угодно делать. Ты можешь быть в своей правоте, сказать, что я там сильный, все равно. Хер ты меня сломаешь, да? Но ты же с этим уйдешь. Ты уйдешь с тем, с чем пришла или пришел. Поэтому если вы ходите, да, то просто отдайтесь. Там вопрос, знаете, в чем? Там вопрос сдаться. Ну вот, да, русские не сдаются. Правда же? Надо сдаться. А... Вот с женщинами сложно, когда они на мужских энергиях, с ними тяжело, они начинают соревноваться, им надо победить, тем более мужика. Сломать желательно. Игорь, можно вопрос? Можно. От чего постоянно чувство вины? Чувство вины прививают родители, первое чувство вины. А чувство вины родители прививают только из-за того, что тобой так проще манипулировать. Каждый раз, когда тебя загоняют в чувство вины, кто-либо, мама, папа, брат, сестра, муж, жена, тобой хотят манипулировать. Поэтому не загоняйся сильно. И второе еще астма. У меня вот астма. Астма – это выкашливать надо, это надо работать, это вот отсюда. Если это астма психосоматическая, то можно помочь. Если это что-то там…
Ну, я вот писала письма прощения, после этого я начала дышать. Ну, вот пиши. Это, знаешь, как этот, в том говорит, доктор, я когда чихаю, у меня этот оргазм. А что вы делаете? Что вы принимаете? Черный перец? То есть, если ты пишешь письма прощения, у тебя проходит астма, что делать? Писать письма. Как только ты до конца все выпишешь, оно пройдет, и все. Ну, я прописала 40. Еще пиши. Если легче, и ты еще хочешь лучший результат, еще раз напиши. Еще попиши. Людей не так много будет. Микрофон. Давайте сейчас мы уже... Говори. Ага. Да, я вот последний вопрос задам. Я уже спрашиваю, но вы мне не ответили. Хотела бы узнать все-таки вот про принятие себя и про расстройство пищевого поведения. Что с этим... Ну, как бы... Смотрите. Какашу варить. Какашу варить? Что значит? В смысле, болит желудок или что? Нет, расстройство пещевого поведения. То есть, либо голодание, либо обжорство, наоборот, две крайности. С этим я не знаю, честно, я вот с этим не сталкивался. С анорексией я сталкивался, это глубокая депрессия, это вот с этими всякими бяками внутри. Их вытаскиваешь, человек начинает кушать. Но если их не вытащить, то ну, как бы, это очень сложно начать. А по поводу... Еще первый вопрос какой был? Принятие себя, это обнимашки, когда будут, тогда обнимайся.